Всем привет! Сегодня говорим на очень деликатную тему – запоры при смене питания. Часто бывает, что стараешься наладить свой рацион, режим, начинаешь кушать только правильные продукты, и вместо шикарного результата, который ты ожидал, ты сразу сталкиваешься с проблемой запора. Запор – это состояние органов желудочно-кишечного тракта, сопровождающееся основным симптомом – нарушением режима или недостаточным опорожнением кишечника. Причин у запоров очень много, как от врожденных патологий, так и реакции на стресс. Часто при смене питания, режима, продуктов и даже их приготовления кишечнику нужно время на адаптацию к новым условиям. Наиболее распространенные причины запоров – недостаточное потребление жидкости, рацион питания с низким содержанием пищевых волокон, нерегулярное питание, недостаток физической активности. Недостаточность грубой клетчатки в потребляемых продуктах приводит к ухудшению перистальтики кишечника, и это препятствует передвижению каловых масс. Клетчатка, способствующая увеличению объема кала и облегчению его передвижения, содержится в овощах, фруктах, крупах и также зерновых грубого помола. Первый совет: при таких неприятных явлениях пейте больше воды. Второй: добавьте больше овощей и фруктов в рацион. Также можно натощак после воды или перед сном съедать 2 столовых ложки клетчатки на полстакана кефира. Это тоже будет хорошим вспомогательным средством. Главное не прибегать к слабительным средствам, иначе проблема не только не решится, а еще и затянется. Ну и, конечно, двигайтесь. Движение улучшает работу кишечника. С вами была Светлана Никитчук и очередной выпуск «Еда и я». Не забудьте подписаться на мой канал и нажмите колокольчик, чтобы не пропустить следующий выпуск.